ну как жарко, 32 градуса показывают. В принципе, нормально для Краснодара, бывало и хуже. Вот, ну жарко, жарко, говорю сразу, жарко. Домой ж, нет, еду не домой, еду до... Еду за Артемом, за сыном, и там хочу взять у него ключи. Наверное, скорее всего, останусь где-нибудь там, сяду где-нибудь, Wi-Fi поймаю, и мне будет сегодня онлайн-презентация проекта, поэтому, наверное, там и останусь. Вот. Кто на Краснодаре, кто у нас в Краснодарске, я буду на фестивале. Присоединяйтесь. У вас очень крутой район. Вот. Я думаю, не проблема будет там найти Wi-Fi, где-нибудь присесть, рассказать за сам проект и выйти в эфир. Все машут, ребят, что все? О, Жендосик, привет, дорогой мой, привет, ты там куда-то пропал. Ты куда-то пропал, купил себе MacBook, купил себе кальян и просто пропал, чувак. Чувак сейчас просто смотрит ноутбук и курит постоянно кальян, ему ничего не нужно. Да, Женя? Морской. Ребят, как настроение? Напишите хоть, давайте немножко пообщаемся, потому что, блин, мне ехать еще минут 20, наверное, 15 по этим пробкам, хотя хрен его знает, уже вроде что-то еду. Вот, поэтому напишите мне, как настроение. Какие планы на выходные? Почему бы нет? Реально, блин, купила машину себе, где теперь один постоянно. Вот, я думаю, кто ездит постоянно один, тут меня прекрасно понимает, как в пробках ты сидишь уже и не знаешь, чем заняться. Почему не бегалась? О, ребят, я не бегун. Я никогда в жизни не бегал с утра. Для меня это вообще что-то, блин, не могу я себя не то что заставить. Мне этого, ну нет. Это не мой, почему не бегалась? Мы как бы не договорились, что я буду бегать. Плохое настроение. Почему плохое? У меня? Или у тебя, Виталь? Плохое настроение, и если у вас плохое настроение, нужно что-то. Вот именно сами себе забивайте, что у меня плохое настроение. Нет, сами себе придумайте, что у меня все отлично, все, все то, что нужно. И если это плохо, то, блин, любому минусу всегда тянется плюс. Всегда, ребят, даже если у вас сейчас все хреново, значит, будет лучше. Ну, так всегда, это закон жизни. Плюс, плюс, минус, минус не тянется. Поэтому, если еще не... Ну, если хреново, то, ребят, дальше будет только лучше. Серьезно, закон жизни уже проверен не раз. Вы сейчас на ПП. Я сейчас на еде, как говорится. Алло, ребят, я здесь. Я думаю, русский на ПП, пельмени ночью подают. А, ну не пельмени. Пельмени днем подъедаю. Ночью нет. Ну, на ночь стараюсь прям не нажираться. Нет, почему? Я на обычном питании сейчас, ребят. Я не слежу прям то, что прям на ПП. Я собираюсь... Да, более-менее держать сейчас режим, начинать заниматься, вот, а там, как мазь говорится, пойдет, может быть, даже и весной можно будет выступить. Ну, посмотрим, не будем загадывать, вот, посмотрю на форму, как получится держать питание, потому что я помню, как я держал питание, это была жесть. Блин, ну реально, это была жесть. А где Вика? Вика поехала собаку сдавать. Сдавать собаку нашу поехала. В другом конце города я еду сейчас за малым, которого не могу дозвониться, чтобы взять ключи от квартиры и успеть до 19 часов либо уже здесь остаться, либо быстренько ехать домой, провести презентацию нашего проекта и, блин, все, и в зал. И хотелось вечером сходить в зал. В электровозе жарко. В электровозе, братан, не то что жарко, там жесть. Там просто жесть. Я помню, там жарко от того, что просто сама нагревается само железо, и именно от этого идет сам... Прям реально паринка жесткая. Я думаю, Русь. Ладно, ребятки, в общем, не будем мы за рулем, как говорится, отвлекаться. Правильно я говорю? Правильно. Давайте, если что, будет нормально, интересно, как говорится, да, уже, в принципе, увидим эфир, пообщаемся. Всех обнял, всем хороших выходных, всем хорошего настроения. Вот, обнял, поцеловал. Заплакал. Все, пока-пока, ребят.